В парке Гагарина скандально известный владелец зверинца Сергей Панасенко подрался с зоозащитниками. Стычку засняли на камеру. Это кадры потасовки. На них трое молодых людей и Сергей Панасенко. На владельца зверинца разорвана одежда. На меня совершено нападение в парке Гагарина. Вот, сейчас будем разбираться, полиция приезжает. Причиной конфликта стало содержание животных. Люди были возмущены, что звери находятся в тесных клетках. Объясняю, это переноска. Но у Сергея Панасенко своя версия. Он считает, что людей ему специально подослали. Да. А, понятно, откуда. Под уходом замечательным, да. Выхаживают, они выпускаются обратно в среду. У вас они здесь для разрушения. Знаем мы все про Карена. Да. Сколько вам заплатили в этот раз? В итоге участники конфликта оказались в полицейском участке, а Сергей Панасенко в больнице. Теперь владелец зверинца планирует на зоозащитников подавать в суд, пока в инциденте разбираются правоохранители. Кстати, попадать в криминальную хронику владельцу зверинца не впервые. Так, в апреле прошлого года волк, который принадлежит Панасенко, укусил мальчика в парке Гагарина. Родители ребенка подали в суд и отсудили компенсацию.